Всем привет! 14 февраля 2024 года. Всех влюбленных с праздником. Сейчас я нахожусь на станции Деловой, центр Солнцевской линии. Проедем с вами один перегон. Это Деловой центр, парк Победы. Поедем мы на метро в вагоне АА, который будет по этой линии. И нам попадается, кстати, баклажа. Вот что самое такое. Здесь вот необычное. Вагон выглядит как у обычной АКИ. Только вот тут есть межвагонное пространство, как говорится. Честно, не ожидал здесь увидеть баклажан. Я думал, будет обычная АКА. Вот, но это всего лишь один перегон. Деловой центр Парк Победы. Так этот поезд следует до аэропорта Внуково. На соседних путях прибывает другая АКА. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Парк Победы.
станция Парк Победы. Переход на Арбатско-Покровскую линию. Наземный переход на станцию Поклонная 4-го диаметра. Спасибо за просмотр.